Всем привет! Сегодня я вещаю вместе со своей прекрасной пуансеттой, рождественским цветком. К сожалению, еще не успела зацвести, но до Рождества целый месяц, все будет. И сегодня будет совсем короткое видео. Я хочу показать некоторые элементы новогоднего декора. Я заказывала это все на китайском сайте и в нескольких экземплярах, потому что хочу сделать дополнение к основному подарку для друзей. Итак, это вот такие вот прикольные колечки для бокалов. Давайте я вам покажу уже в открытой упаковке. Я сняла некоторые. Это такие колечки, которые вешаются на ножку бокала. И они все разные. Именно для того, чтобы вы не путали, где чей бокал. Я уже надела, чтобы не шелестеть, на бокал винный. И это смотрится действительно очень мило. Я обязательно вставлю кусочек видео, где я сниму поближе. И я взяла 3 одинаковых в золотистом цвете и 1 в серебряном. В серебряном более лаконичные, но тоже очень милые. Качество отличное. Снимать, надевать очень легко. Я уже надела. И, кстати, в прошлом видео я показывала вам вот эти шляпки для бокалов. Вот смотрите, как они смотрятся. По-моему, очень прикольные. И можно использовать даже для стаканов, для сока, допустим, или, не знаю, для виски. Видите? Вот. И я прицепила 2 колечка. На одном елочка, на втором новогодний веночек. Мне кажется, что это очень оригинально смотрится. Также хотела упомянуть, что я очень часто заказываю с AliExpress дополнительные зарядки для телефонов. У меня iPhone, у всех моих родных тоже iPhone, и вы знаете, что зарядки у них, к сожалению, недолговечны, а оригинальные стоят достаточно дорого. У меня есть несколько проверенных ссылок на продавцов с AliExpress, у которых действительно хорошие зарядки, качественные, служат уже больше года, но у них настолько маленькая цена, что я думаю, их можно менять хоть каждый сезон. Также очень хорошая вещь для спортсменов – кинезиотейп или просто тейп. Такие специальные, как будто бы пластыри широкие в рулоне, которые клеят на поврежденные мышцы. Я думаю, что спортсмены меня поймут. Мы тоже заказывали на AliExpress, и качество ничем не отличается от тех, которые можно купить у нас в спортивных магазинах либо в аптеке. Также для тех, кто ищет себе ключницу, но количество ключей в доме невелико. Я использую магнитный держатель для ключа в виде облачка. Также заказывала на AliExpress. Ключ держит хорошо. Сейчас вам обязательно покажу. Он у нас уже, наверное, около 2 лет. Все отлично, не отваливается, не отклеивается. И единственное, что кроме ленты, которая шла вместе с облаком, муж использовал суперклей для того, чтобы все это было понадежнее. Вот наша ключница, так называемая, магнитное облачко. Все отлично, очень хорошо держит. Хоп, все на месте. Тут помещаются 3 пары ключей, 3 связки. А также у нас есть ключ на ключнице кожаной, вот на такой. Мы тоже ее подвешиваем, и все нормально держится, не падает.
На Алиэкспресс до сих пор действуют скидки в честь Черной пятницы. Успевайте заказать. Я обязательно оставлю все ссылки внизу. Спасибо большое за внимание. Я желаю вам всего доброго и пока-пока.